Сайт ресурсного центра развития народных художественных промыслов Нижегородской области начал свою работу. Официальный старт дали сегодня на заседании попечительского совета Фонда развития НХП. Разработкой портала на протяжении года занимались студенты Мининского университета. На сайте собрана вся информация об уникальных видах промыслов России, которые удалось сохранить. 60% из них сосредоточены именно в нашем регионе. Недостаточно информации, недостаточно литературы сегодня, особенно тех предприятиях, которые в силу финансовых особенностей не могут иметь свой солидный сайт. Вот университет взял на себя такую ответственность, и мы благодарны. Важно, чтобы эта продукция не просто изготавливалась, важно, чтобы она продавалась, важно, чтобы у россиян было желание купить эти вещи, поскольку они авторские, уникальные, и вкус к этому, его тоже нужно прививать и воспитывать.